В этой квартире днями и ночами трудились девушки. Они зарабатывали на жизнь самой древнейшей профессией. Но трудовые будни жриц любви сотрудники уголовного розыска краевой полиции пресекли. Теперь перед судом предстанут организаторы сети интим-салонов. Следствие установило, жители Находки – двое мужчин и женщина организовали сеть фирм «Досуга». Для этих целей они использовали квартиры на территории городского округа. Работниц и клиентов администратор интим-салонов искал через объявления в газетах. Девушки, которые продавали любовь, приехали на заработки в основном из отдаленных районов Приморья. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками уголовного розыска, подозреваемые в совершении преступлений против общественной нравственности задержаны. Сотрудники полиции обыскали апартаменты, где девушки предоставляли клиентам интимные услуги. В квартирах и автомобилях обвиняемых были найдены записи, доказывающие противоправную деятельность фигурантов уголовного дела. Следователями проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование завершено, доказана причастность обвиняемых к совершению преступлений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За организацию занятия проституцией обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с выплатой денежного штрафа 500 000 рублей. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков, новости на Восьмом.